Вот эта фотография, смотрите внимательно, видите? Белая-белая, как снег. Я однажды показал ее и сказал, у меня случилось чудо. Когда я высушил их, кинул в этот самый таз с водой, они все утонули. Этого не может быть. Я считал, что белый – это брак. И действительно, обычно это брак. То есть я белое даже, это было настолько очевидно, до этого момента, до 11 сентября, вот до этого момента, настолько очевидно, что я сразу белое выбрасывал. Просто брал и выбрасывал, даже не топя, не проверяя брак. И вдруг меня взяло такое, а любопытство всегда сильнее. Я взял, утопил, они не тонут. Ой, то есть не так, они не всплывают. Что было делать? Ну, показал фотографию, говорю. Ну, продам за полцены, да, это самое. Вот, сразу нашлось человек 5. Хочу рискнуть. А, я их еще этими пассатижами раскалывал, а это, ядро на месте. То есть ни разу не встретил десяток расколов и не встретил ни одного сухого ядра. Мне самому стало любопытно. Да что же это такое за чудо? Такого не может быть. Вот столько отобрал, вот видите. Вот, одному десяток выслал. Второй потребовал все, я согласился, потом еще человек 5 тоже клюнуло. Я говорю, извините, больше нету. А вот это вот как второй, наверное, забыл про них. Вот. И лежат себе, лежат, может, все-таки кому-то пригодится. 10 рублей не деньги. Так, теперь следующий момент. Сейчас это как анекдот, но грустный анекдот. Добрый день, садоводство по железу. Садоводство по железу, это мой канал. Мы были вынуждены, Юрий Владимирович, ты сегодня в курсе? Или в курсе? Мы были вынуждены отклонить ваш ролик «Садоводство по железу. Опыт моих учеников и друзей. Макаров, Овнин, серия 9». Он содержит элементы, шокирующие наших пользователей. Ознакомьтесь с правилами платформы. Ну что, гражданин Макаров, вы как посмели шокировать, а? Ну еще раз, я говорю со смехом, как анекдот. Если вы не согласны с нашим решением, напишите на Рутуб. Смотрим дальше. Итак, наш друг Алексей Иванович взял и поймал водяную крысу. Алексей Иванович, я ничего не напутал, если что, потом поправишь меня. Вот, этого специального устройства, оно должно было схватить за голову, а оно каким-то чудом схватило за зад, и крыса стала жива. Что сделал наш друг? Вот, во-первых, он разозлился на то, что она жрет корни, видите? Это из его, я делал фотографии прямо с этого, с экрана. Это его фильм, вот это его фильм, вот это его фильм. И, наконец, он это по-хозяйски отдал коту. И вот этот кот, милый такой, взял ее, сожрал. Вот. И вот это посчитали фактом запретить показ, так как содержит, вспоминаем, шокирующие факты для этих пользователей. Вот так вот, друзья. Ну, понимаете, то, что нам каждый день по телевизору показывают горы трупов наших русских. Вот. Это никого не шокирует. А вот как поймал крысу, которая жрала деревья, буквально сожрала дерево, видите? Вот это шокировало. Ладно, я это рассказывал как анекдот. Идем дальше.